На обзор мне досталось интересное устройство, с виду напоминающий гриб. Это очередное азиатское изобретение рекламировалось как ловушка для комаров. И если вы еще не выключили видео, давайте я расскажу, как устройство работает. Запитывается ловушка от USB выхода. Блока питания в комплекте не было, поэтому я буду использовать свой пауэрбанк. Длина провода чуть больше 1 метра. Под шляпкой спрятан тумблер для включения. Включаю. Согрелись ультрафиолетовые светодиоды. Для глаз безопасные. Всего их 6 штук. Производители этого чуда устройства, вероятно, рассчитывали, что ультрафиолетовый свет будет приманивать комаров, после чего высокоскоростной вентилятор будет засасывать и перемалывать летающих вредителей в фарш, или, по крайней мере, не давать им выбраться из ловушки. За ночь работы в ловушку попали только несколько мошек, хотя комары, как истребители, летали над нашими головами. Вероятно, наши китайские друзья очень плохо учились в школе и не знают, что комарам по барабану ультрафиолет, а по-настоящему их привлекает человеческое дыхание и тепло. Так что данная ловушка прекрасно будет справляться с мошкарой и надоедливыми мухами, которые тоже сильно раздражают. А вот комаров она, наверное, больше будет отпугивать, чем ловить. Для работы ловушке нужно 350 мАч, поэтому ее можно смело подключить к USB выходу компьютера или ноутбука. Устройство очень простое как в использовании, так и в ремонте, и больше подойдет в детскую как светильник. Приобретать или нет, думайте сами. Ссылку на продавца оставлю под видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях, обязательно на все отвечу.